как? О, как я не умный. Шприцы есть. А мелочь отдам. А там написано без маски не входи. Ага. Что не сказали? Мама, как я не умный. Молодцы. Ты не взяла, да, кошелек? Нет. Ты мне не сказал. 1 000 000 монаков. Это манат. По 20 копеек шприцы. Это манат. Раз, два, три, четыре, капец, какие вы. Это там. Но на мне страшно нажал, да? Кошки бы в жизни так не делали. Вперед. Вперед пошел в большой. Сзади все маленькие. И на трактор чуть их не поймал. Я и большой как. Звук подал, он я слышал там. Как-как-как-как-как. Вот так вот. И пошли они. Интересно. И теперь они полетели вот так вот. Вот это мне я не поняла, зачем они полетели. У них ноги есть, а нет. Все равно они летать не умеют. А, где полетели? Я знаю, они крылья распустили, они чуть-чуть от земли могут приподняться, допустим. Но он не сможет полететь, как вот та птица. Они слишком тяжелые для этого. Толстые? Ну, да, ну, можно так сказать. Много едите траву. Еще, наверное, мне кажется, им крылья подрезают, чтобы они не улетали. Все съела? Нет. Собака. Ну, смотри, фильм. Собака. Да подожди, не кричи, что ты кричишь? Не поняла его. А спит? Вот такой нет. Ой. Вот это такой нет. 4 монаты, представляешь? А в принципе, а сколько у нас? Так ты покупал, да, нет? Нет, я покупал литровый, а там вот такой, 750, 4 монаты. Да. А что будем сейчас пить? Ехать с Пирска? И бабаки пью. Да они дружат, наверное, ты что? Может, даже собаки не защищают. Иди подойди. Кто со мной будет? Ну, писа. Не знаю. Или как мы попали? Не делаю. На этой машине не мешаем, правильно? Не-не-не. Где мусорки? Конечно нет, это же деревня. Вот я тебя когда мазала лицо, я вот какие-то места оставила, и вот так они тебе подгорели. Половина, это 500. Опыт показал, что все надо закупаться в Баку. Рано ты сказал. Как она появится, подруга. Все в Баку надо закупать. Ну, клади, код будет здесь. Виктория, это что такое? А, это. Приходь. Икочка. Это у нас будет для машины.